Если брать Дальний Восток, то, конечно же, никакими дальневосточными гектарами ничем вы не привлечете туда людей. Нужно заниматься развитием наших территорий, а для этого нужны деньги. В нашей программе написано, что не меньше 50% от всех доходных источников должна оставаться на территории. Территории не должны быть нищими. Они должны развиваться не хуже, а может быть даже лучше, чем центр, чем Москва, чем крупные города. Тогда оттуда перестанут высасывать ресурсы, людские ресурсы, ресурсы, которыми богаты территории. Главное, чтобы люди почувствовали, что есть изменения к лучшему. Я думаю, что если мы начнем реализовывать собственную программу, в ближайшее время Дальний Восток и все остальные увидят, что жизнь меняется в лучшую сторону. Что у кого-то меньше яхты становится или их вообще нет. А вот деньги на школы, детские сады, на то, чтобы твоя, скажем так, знакомая получила квартиру, имея 4 детей, и чтобы ты за это деньги не собирал со всех бардов. Вот это должно произойти. Люди должны понять, что власть о них заботится.